поэтому здесь может быть все, что угодно. Давайте по традиции начинать с самой верхней, вот этой вот. Что-то как будто шифоновое. Это платье. Это платье на тоненьких бретелечках. Красивенькое. Ну что, время первых примерок. Почему-то мне хочется назвать это платье более классическим. Может, потому что оно в черном цвете и довольно такого свободного, простого покроя. У меня в размере L выбирала только из-за длины, потому что я знаю, что в маленькие размеры прям очень короткие. Верх у него как будто тонкий, шифоновый, и есть подклад. В L-ке мне оказался слегка большеватый верх, как видите. Но в целом по фигуре села хорошо. Очень универсальное платье. Можно сочетать с чем хотите, и с джинсовой курточкой, и с кожанкой, и с кроссовками, и с какими-то яркими кедами. Короче, мне кажется, это супер универсальная вещичка, и в ней действительно удобно.